Поздравляю всех с праздником, с воскресным днем. Особо поздравляю всех причастившихся, всех, кто исповедовался сегодня. Сегодня у нас церковь вспоминает жизненный путь Иоанна Листвичника, святого, который оставил нам замечательное произведение под названием «Лествица», которое все мы знаем в переводе на наш обыденный язык, означает «лестница». Можно считать это произведение описанием кратким того пути к небу, который должен пройти каждый христианин, вставший на этот путь. И состоит он, в первую очередь, из борьбы с мирской суетой. Во-вторых, следующее, с чем мы столкнемся, это с претерпеванием определенных скорбей. Также мы должны побороть с Божьей помощью те пороки, которые есть в нас, которые мешают нашему расцвету. И в итоге мы должны обрести душевный мир. И обретя душевный мир, человек может прийти к высшей, 30-й ступени этого пути, к совершенной, к союзу веры, надежды и любви. И все инструменты для того, чтобы этот путь пройти, имеются в церкви. Нужно только найти церковь, довериться Христу, довериться учителям церкви, не побояться пройти этот путь от начала и до конца, стать верным Христовым учеником. Наверное, каждому из нас недостает тех качеств, которые хотя бы даже ведут к началу этого пути. Каждый из нас считает, что лучше знает, что ему делать и за кем идти. Но мы видим, что в истории многих и многих известных нам людей не попадалось такого верного проводника, никакого другого, как Христос. У всех остальных были какие-то неудачи. Оказывалось, что люди взяли на себя слишком много и не могли привести туда, куда обещали, а привести всех целыми и невредимыми. И только Господь настолько любит каждого, кто пойдет за Ним, сделает все возможное, все необходимое для того, чтобы этого человека довести до Царствия Небесного, чтобы спасти его от этого мира, от его, так сказать, влияния негативного. Вот это то, о чем нам следует ежедневно помнить. Я рекомендую каждому, кто еще в этот пост не читал «Лествицу», снова открыть эту великую книгу. И пусть она написана для нас, возможно, непростым языком, что-то к нашей реальности нам кажется не слишком применимым. Но если внимательно отнестись к ней, то мы обязательно найдем для себя ценные советы для достижения нашей цели общей. Еще раз поздравляю с праздником. Подходите ко Христу.